Добрый день! Мы находимся в очень живописном месте. Озеро Увельды, Южный Урал, недалеко от города Челябинска, на базе отдыха «Жемчужина». Меня зовут Дмитрий Молчанов, я являюсь директором базы. Эта территория, она защищается законом, особо охраняемая территория. Вот, и это сподвигло нас к тому, чтобы мы купили вот такой вот чудо-аппарат на электротяге. Да, здесь по водной поверхности возможно ездить только на ветре, либо на электричестве, но без двигателя внутреннего сгорания. На рынке появился вот такой чудный аппарат. Причем это вот последний год только я его увидел в интернете. Посмотрел, вроде параметры все меня устраивают. Связался с Андреем Лобовым. Как оказалось, такой человек достаточно опытный в этом вопросе. И уже несколько аппаратов они придумали. Именно вот на двигателе, в данном случае двигатель Даюнова. Я, честно говоря, не специалист в этом вопросе, но как практик могу сказать, что в принципе аппарат зверский. И те надежды, на которые мы на него возлагали, он себя оправдывает. Но прежде чем купить этот аппарат, мы попросили, сбросили некое техническое задание, вот, чтобы нам хотелось видеть. Он используется у нас для перевозки грузов и пассажиров, рыбаков. Вот, кстати, вот каждый рыбак, да, у нас они репусятники называются, они помимо своего веса еще имеют вот такие вот, как оно называется? Шмурдяк. Да, то есть человек килограмм 100, шмурдяк килограмм 100. Вот, и задача вот этой машины — взять 4 рыбака и увезти 3 километра на место ловли. Вот, такая задача была поставлена, ну и в принципе эта машина справляется. Берем, цепляем сани дополнительные и поехали. В принципе, полтонны аппарат тащит. Когда пришел этот аппарат, что мне понравилось в нем? Ну, он сделан на базе обычной мотособаки. Просто здесь мотор бензиновый убран, поставлен мотор Даюнова. Простота. То есть, блин, нечему ломаться. Двигатель, какой-то там цепь. Ну, а на той стороне вот ее нет. Батарейка, ну, мозги. Причем Стин, компания, которая продала мне этот аппарат, дали мне программулину. Я как продиагностировать, что там в батарейке, какое-то напряжение, сколько остался заряд. Через телефон все это делается, по Bluetooth цепляется, все видно, все отлично, все работает. Точно так же и с мозгами. Подключаешь провод на компьютере, смотришь. Все достаточно просто и, я считаю, надежно. Как гантели, надежный механизм. Эксплуатируем мы этот аппарат с 15 декабря. Сегодня вот у нас 16 марта, 3 месяца, грубо говоря. По моим расчетам, мы проехали 1002 километров. Ну, это эксплуатация такая зверская. Не то, что я вот один тут езжу, да? 4-5 человек мы возим. И она вытягивает. Поломки были. Но, опять же, сервис у компании настолько серьезный, что человек приехал, прилетел из города-героя Обнинска. Разобрал, собрал, в течение суток все устранил неполадки у нас. И все, ездим дальше. Со временем, с начала эксплуатации, мы поняли, что чтобы она работала у нас без простоев, потому что 3 часа она ездит, получается, 3 часа она заряжается. Нам пришлось дозаказать еще одну батарейку, потому что были случаи поначалу с батарейкой, не рассчитали, где-то там вставали. Вот, а сейчас мы прикупили новую батарейку, еще одну, и, в общем-то, она у нас работает без перерывов, с утра до вечера, круглые сутки. Из минусов, да, я вот слышал, что проблема у Стина, вот именно у этого Даюнова мотора, охлаждение, система охлаждения, то есть он начинает греться при сильных нагрузках. Опять же, когда приехал к нам специалист со Стина, Александр, он нам посоветовал поставить сюда мотор, охладитель. Мы тут покубатурили,
Я съездил на разборку, купил от классики, как он называется, вентилятор. Вентилятор поставили, все, проблема с нагреванием, с перегревом решилась. Ну, конечно, не сравнить с бензиновой, ну, правда, та у нас 8 лошадок, это в максималке выдает 10 киловатт, ну, то есть, грубо говоря, 15 лошадиных сил. Вот она, во-первых, мощнее, скорость у нее, скорость, кстати, регулируется, опять же, через приложение. Можно поставить и 80, и 100 километров, но это небезопасно, можно убиться. 40 километров здесь стоит, но тоже страшно. На полную не ездим катушку. Вот. Приемистость, задний ход, тоже очень штуковина нужная. Тормоза, ну тормоза, я считаю, что здесь лишние. По крайней мере, у нас ровная поверхность, в горку и с горки мы не катаемся. Вот, ну, нехай, нехай будут. Бесшумность, я сказал. Вот. Опять же, регулярно здесь у нас проводятся рейды экологов. И был случай, вот, догнали, не меня, а Сергея, это человек, который возит. Сказали, ну что, нарушаем? Он говорит, извините, вы нам грамоту должны дать. Они нам пожали руку, сказали, что в конце сезона напишут нам грамоту, благодарственное письмо, потому что мы здесь первые. Не только, я думаю, на этом озере, вообще на Урале с этой техникой. А так, согласно нашему законодательству, здесь только на таких и можно ездить. Помимо мотособак, снегоходов, есть еще у них новые разработки. Тук-туки, так называемые. И нас заинтересовало мотор на лодку, лодочный мотор. Тоже на базе этого уже электродвигателя. Видео я посмотрел. Короче, мы сделали, разместили заказ на мотор, чтобы летом нас тоже радовала эта продукция. Компании Steen желаю нарастить объемы, уже чтобы это было не штучный вариант, а чтобы вы делали это десятками, сотнями, тысячами. Это будет продаваться, если, естественно, сделаем конкурентоспособную цену. Потому что по параметрам, еще раз говорю, что этот аппарат, он не знаю, несколько раз, на порядок лучше бензиновый двигатель, чем бензиновый мотособаки, ну и вообще техника бензиновая.